Наш учредитель – Департамент спорта и туризма города Москвы. Вместе к новым победам! Компания «Диаспорт» помогает развитию детско-юношеского футбола. Наш партнер – футбольная академия «Чертаново». «Диаспорт» – это футбольные поля под ключ. Звоните, и назвав кодовое слово «Чертаново», вы получите хорошую скидку. Мяч в ворота команды «Спартак» забил игрок под номером 9 Беняев Сергей. Где-то в районе. Вместо того, чтобы бровку уводить, взял в центр головой. Сава! Зачем головой в центр-то? Уводи бровку, мяч, мяч твой! Взял, отдал в центр! Да, 100%. Спартак! Ну-ка, ну только говорили, только что! Ну только что говорили! Он не должен здесь получать мячи! Эдик, не надо! Эдик, не надо! Ну, балбес, потому что Эдик! Эдик! Зачем за ним бегать? Кондрев, давай сюда! Замена! Иди, Володя! Мяч в ворота команды «Спартак» забил игрок под номером 9 Беняев Сергей. Классно! Наш мяч! Что там еще осталось? Давай, останься сюда. Варваров, Кирилл! Что ты тут делаешь? Мяч в ворота команды «Спартак» 2 забил игрок под номером 5 Клименко Артем. Займа! Гоп, куда ты полетел? Не, ну вы выходите, конечно, на замену. Ну просто, выходите, вы даже не слышите. Ну уже понятно. Журавлев сейчас будет выбивать. Ну чего ты стоишь? Хорошо, Савю! Один принял и уйди отсюда. Иди отсюда, говорю! Ты улыбался уже.
В него! В него! Кто там стоять, смотреть? Еле-еле, 3 секунды, и мы добежать до мяча не можем. Играйте, играйте, играйте! Мяч в ворота команды «Спартак-2» забил игрок под номером 24, Лопатин Алексей. Давайте красненький. Я тебе не знаю.